Всем привет! Сегодня в очередной раз был на птичке, сдал на пробу подростков зеленых меченосцев. Рыбка совершенно не ходовая, но надеюсь, что все-таки ее раскупят. Себе купил дешевых гупешек, 5 штук. Они сейчас немножко стрессанули, а так вообще очень красивые. И еще взял две пары красных креветок. Еще мне на прошлой неделе подарили две пары меченосцев кои подростков. Договорились, что если получится их развести, то малька я буду сдавать этому продавцу. Они за недельку уже неплохо выросли. Надеюсь, все будет хорошо. Вот такие у меня дела. Всем спасибо за просмотр.